На что может сгореться старый, ржавый, заброшенный корабль? В Камбодже нашли необычное применение списанному судну. Его решили превратить в крупнейший в стране центр современного искусства. Борт находится неподалеку от столицы, но добраться до него можно только на лодке. Вообще-то изначально из шестипалубного корабля планировали сделать огромный отель. Но проект застопорился, теперь же там вовсю идет реконструкция. После открытия в центре смогут работать более сотни местных художников. Для большинства из них это главный шанс в жизни заявить о своих творениях. Мне нравится это место. Тут прекрасный свет, хороший вид и свежий воздух. Я думаю, здесь я смогу лучше сконцентрироваться на работе. У меня будет личное пространство, но я смогу общаться с другими художниками. Так что это прекрасная возможность. Я думаю, в Камбодже многие заинтересуются в этом проекте. Это настоящая мечта.